Ребят, а как вы до такого докатились? До какого докатились, а? Ну, что брови, потому что мы мужчины. Да? Женщины носят доски, это все женщины. У них на женах вот такая одежда. У него, у всех. Потому что у них редко есть, у них очень маленькие яйца. Если есть, они как клюква. Сука! Ваня, смотрите, сейчас брови вырастут, типа, на напряжение. Не, все нормально, все прекрасно, клип получился. Посмотрим на Детей войны. Здравствуйте. Костя, ты хочешь по клюквам получить? По твоим клюквам? А у меня клюк нет, у меня большие шары, как груша. А у вас очень маленький яд, так что, сука, не улыбайся. А вот еще дети. Где моя доска, ебать? Нет, где моя доска? Что за пиздец, ебать? Где моя доска? Бля, я думал, ты купался на меня. А где моя доска? Какая твоя доска? А эти кто-то 2 рубля. Да, что за... 2 рубля за фейки в Excite Hill второго раза. Чё, блядь, да за нет. Смотри, да. Давай. Ваня, давай рэп, почитай рэп. Рука, в натуре у тебя рука с тюбиком. Рэп, это класс. Я думал, там для чего-то будет другое. Счастье, здоровье. Здоровье, счастье. Счастье, здоровье. Аллах великий. Иисус один. У нас православие. Всем здоровья. Хороших дней, женщин. Велосипед горный. Норка. Маленькую собаку. Доску нашел? Нет, ебать. Пытаться хорошо жить в хорошей стране, радоваться каждому дню. До свидания.